Всем привет, дорогие зрители. Я сейчас нахожусь в районе Махмутлар. Сегодня суббота, 4 марта. Потеплело уже. Градусы в Тувалане меняются от 20 до 29 градусов. Хочу снять рынок, который находится по субботам около башни часов Махмутлара. Вы как раз увидите цены на сегодняшний день. Давно ролик про цены не успеваюсь снять. Надеюсь, будет полезный контент для вас. Я сейчас пойду и сразу с рынка начну снимать ролик. Пришел я на рынок. Там башня часов. В Махмутларе у нас устанавливается два раза рынок. Один во вторник в той стороне и один по субботам. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на наш канал, если все еще не подписались. Кого интересует также недвижимость, обращайтесь. Также у нас есть телеграм-канал, в описании можете увидеть, подпишитесь. Там выходят также несколько квартир, которые я не успеваю снимать. Делится в нашей группе, в телеграм-группе. Итак, баклажан 23 лиры. Огурцы вот такие свежие, 20 лир. Совет также покупать у этих бабушек, дедушек. Тешекеля. Делим. 7. Муфиатный кадар крапива. 5 лир стоит крапива. Хепси бештрама по 5 лир зелень. Айн, тешекеля. Geleceğim, geleceğim de çekim yapıyor. Banan 17 lir. Çekim yapıyorum da. Вот у меня вот всегда вот это проблема, то что руки заняты. Так, вот здесь вкусняшки. Шоколадца. Poşeti ne kadar abicim? Ha, вот 40 лир пакет. Вечером, наверное, будет 30 лир. После 6-6-37 часов. Клубника 40 лир. О, каждый день. Дочка заказывает маленькая клубнику, папа, клубника. Так. Орешки, посмотрим цены. 200 лир. Это тут 150. Белый тут. Одежду там можно также купить тут, а также в сетях магазины LC Waikiki, De Facto, Cotton, Uspola и тому подобное. Яблоки 10 лир. Тут огурцы 15. Кабачок 20. 30 лир граната. Написано 15 лир. Лёром, лёром. Ne kadar? Hurma ne kadar? Hurma domates değil mi bu? 50 lira. 50 lira. Bu длину помидоры. Сок такой. Морковь 15 лир. Помидоры 10. Мелкие. Ну, здесь надо походить, посмотреть. Вот. Черный помидор. Ну, темный вот такой. Черный называют его. Тоже вкусный, я его покупал. Это красный, это батон. Темный, темно-красный, черный, как они говорят. Тамам вот. Реклама.
Одна штука 10 ли? Знаете, звоните, заказывайте помидоры. Адрес, домашний адрес готовимся? Пакет сервис есть у них. Вот звоните, принесут домой. Там. Йо, это шекило. Картошки 10 лир, 20 лир, сами дочекаем, гюль вирас. 12 лир, большая картошка. 40 лир. А, вот здесь 25 лир, а там было 40 лир. Но здесь уже кажется... Она уже... Тут. Шеге, чё? Замана. Это антистресс, забыл имя, 100 лир, папуа, ну надо не, где унутым я, папайя, папуа, папайя, ананас, 80 лир, штука, она внутри желтая, фрунет, то что оранжевая, есть желтая, есть оранжевая, кажется это оранжевая. Бунан ичи турунджу олан ананас мы бу, йокса сара ананас олан? Bir de ara metroda satıyordular da öyle. Sarı. Ha, sarı. Yani jolte. В метро магазин продавали. Магазин метро продавали оранжевый. Ананас дыни называли. Я думал, что это наш. Сорт такой был хороший. Грейпфрут 20 лир. Арбуз 40 лир килограмм. Уже арбуз продает. Манго. Давай, давай. Вот здесь выжимает так сок. Карабах, карабах. И кчик. 0,5 не кадар, нар? 60. 60 лир. Свежевыжатый сок. 150 лир, полтора. 100 лир, 150 лир, полтора литра. Полтора, 100 лир. Литр, 70 лир. 70 лир. 35 лир. Это ж литр? Спасибо. Гранат 35 лир. Сладкий гранат 35 лир. Давайте пошел. Чем дальше, тем цены вниз. В той стороне мне убрали. Есть еще. Раньше около этого здания в той стороне тоже сидели бабушки. Сейчас их перевели в ту сторону. Постараюсь туда пройти. Грейпфрут, мандарины 30 лир, 25 лир. Сливки. Здесь подороже, но видите, большие все вот так вот. Киви 30 лир. Груша 30 лир. Это, кажется, новый сорт. А, блин, бу не? Драгон. О, yeni mi? Yoksa görmedin böyle? Ha? Aynı ejder mi? Kırmızı mı oluyor bu? Aynı. Ha, bu ama yeni ağaçtan direkt. Kış. Kış zamanında bu çıkıyor. Yazın bu olmaz. Yazın farklı. Ama bunun tadı güzel. Haydi yazın ki de. Yazın bu büyüyecek, kırmızı olacak. Evet, Mişo Mielke. Şunu yiyebilirsin. Şunu, tamam. Anladım da yeni büyüyecek bu, doğru mu? Bu kadar. Ağaçlar bu kadar. Ha. Бу, böyle bir çeşit. Aynen, böyle çeşit. Такой вот вид. Драгоний гранат. Драгоний гранат. Он в основном красный. Я впервые вот его увижу. Кажется, вы тоже видите именно такого зеленого цвета. Они бывают красные в основном. Листья бывают зеленые. Тома. Шекюля. Он фиаты, не? Штука 70 лир. Семородина. Пошет не кадар. Фрэнк юзюми. 100 лир. Семь лир, пакет, ябан мясин, звездочка, такой фрукт еще звездочка, она такая полусладкая. А бу не ананас, абиджи? Бу кадар бюйк görmedim. Я biliyorum. Teşekkürler. Ананас этот какой-то большой. Бу нерден гельмиш?
Bu boyda ananas görmedim ben. Bakabilir miyim? Düğünden ver de. Peru'dan geldi abi. Peru mu? Yok. Kesilmişi de var bakalım. Вы такой ананас точно не видели? Tane 3 kilo mu? 2 kilo с половиной, 3 kilo они говорят, 200. Koyar mısın tere? Tarazi var mı? Var abi, gel koyalım. Al, поставьте. Вот маленький ананас, который стандартный, который мы видим. И вот такой. Evet, geliyorlar, geliyorlar. Ананас. Этот еще больше. Abi, tam 2,5 килограмма. Вот этот ананас. Можете прийти купить, пока у них осталось. Еще кило. Интересно. Дорого, не дает 4 лё? Перу, абе. Тут бак, кесилмиши да. Перу yazmamışsınız. Doğrudan nerede yetişiyor bu? Gazi Paşa mı? Sizden paylaşsın. Ha? Ne? Biz de ucunuzu gönderin gelsin. Yok, onu demiyorum. Doğrudan. İtalyanların hep Peru'dan geliyor. Abi, bu ne? Bu abi içinde fındık gibi bir şey var. Evet, evet. Ben yemiştim bunu da. Tamam, ne znaю, название. Kahol gibi bir şey. Mango 200 lir kilogram. Kilosu zaten bir tanesi 1 kilo değil mi bunun? Bakalım. Var. Var. Bu reçete ben kendime yazdım. Şevkovice. Ну, почти килограмм весит одна. Teşekkürler. Siz her zaman bu tarafta mı duruyorsunuz? Burada mı oluyorsun her zaman? Вот оттуда, если с Барбароссы сюда придете, вот вторая линия, можете найти это место. И купить большой ананас. Он небольшой, он какой-то огромный. Лир. Урма, хурма, как-то органическая, вкусная. У него такой запах. Ой, настоящий помидор, запах настоящий помидор. Я вот нюхаю. Да. Очень вкусный помидор. Урма называется по-турецки. Вот здесь тоже, оказывается, появился этот ананас большой. Курма, курма. Маленькие баклажаны по 15 лир. Конши, 5 такая гелер. Таван, таван. Вот увидели, это знание по зайчине. Oğlum yukarıdan daha iyi çek. Ver ben çekeyim, ben çekeyim. Çapraldan çekeyim. Что это? Здесь все красиво, обставлено, но внутри одно и то же, как везде продают. Здесь лет картошка. Морковь. Раньше бабушки сидели в этой части, сейчас они в той части за этим зданием. Можете там тоже прогуляться, там тоже более-менее эти овощи, фрукты без ГМО, как они говорят, со своего садика, огорода. Merhabalar. Bir de merhabalar. Nasılsın abici? Fiyatlarda değişiklik vardır bence. 100 lira arttı mı her şey? Normal. Aynen aynen. Tamam abi. Baharat güzel. Ну это у него специи. Там перец, там всякое. Написано. Сатсики салат, чили, мили, Турция, шафран, турецкий. Луком. Луком. Домашний луком. Домашний луком. Без сахара. Без сахара. Без сахара луком бывает? Yeah, yeah. Он же сладкий? Нет, нет.
Ha, медом, с медом. Натуральный мед? Я мед, натуральный мед, ванель, это домашняя работа, барбарис, гранат. И все, делаешь, вкусно. И мама привезла, бабушка. Полезно для мужчин? На связи. Побежал я, решился. Грибы 35 в килограмм. Вот 50 в килограмм. Манго здесь 200, вот красный манго, дракон, уже покраснел. Папайя с колер. Вот видите, это маленький ананас, это большой, это новый сорт, это не было на рынке, в этом году появились. Не пойму. Накачали ГМО, что ли? Химикаты, что ли? Сыр, мир. Не важно, химисис. А еще его ланда, отмысли. Оливки. 132. Merhabalar. Резина пионер, это вкусный сыр, 160 лир, 180 лир, Чанаккале, это козья сыр. Туриска пармезан. Турецкий. Кауда, булю. Так, все есть, подожди, 170 лир. Яйца сколько? 30 пакетов. Пакеты 10 тане ми? Угу. Штучка 3 лиры. Шоколад, оливки. Сметана, каймак не кадар абиче? Айна абиче. 180 лир килограмм. 200 лир сливочное масло, 220, 180. Эшекюля. Все, дорогие зрители, сейчас мясо тоже как-то покажу, цены на мясо в этом магазине. И вкусно тоже у них, для шашлыков они со специями вкусно делают. Они заняты сильно. Цены, ага. Кузубут, пожалуйста, 190 лир. Вот это ляжка. Оу. 250 лир фарш. 280 лет. 180 лет. Ребрышки 210. 270-300. Цены, короче, от 180 лир до 300 лир. Мясо. Вот котлетки, которые они жарят, любят, 250 лир килограмм. Баранина. 290 лир килограмм, курочки, крылышки, уже готовы для шашлыка, вот вы можете купить. Все булар, некогда, азыр, 75 лир крылышки, 110 лир эти, ну, вот, от 70 лир и вверх, курочка, все, teşekkürler abicim. Köy tavuğu var mı sende? Köy tavuğu. İndiriz kadar ördek de var. У них даже есть гусь, есть утка и есть курица сельская. Köy tavuğu ne kadar? Köy tavuğu mu abi? 99 lira. Kilosu mu? Evet abi. Kilogram 99 lir. Şey, ördek? Ördek 80 лир. Кило. 180 лир утка килограмм. Хас? Хас? О, да, 290. Гусь 290 лир килограмм, но на данный момент нету. Надо как прийти заказать им, что ли? Все. Спасибо за просмотр, дорогие зрители. С вами был Агасий. И Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем добра.
здоровья, благополучия, радости и позитива в жизни. Ставим лайки, не забываем.